Приветствую вас, Светлана. Я понимаю ваши чувства. Вот. Если честно, то немножко вот недавно, да, я отвечал на вопрос, ну как бы чуть-чуть схожий. В общем, вот, вот. Там была такая история, что значит, девушка встречалась с восточным мужчиной, вот, и родители этого мужчины восточного, они были против этой девушки, потому что считали, что русские девушки не могут любить. Вот. Как бы... он с ней встречался, ну, в смысле, мужчина, да, он как бы проводил с ней время, но он, значит, там, по сути, транслировал табу на какие-то серьезные отношения, вот. К сожалению, для нее. Вот. И что говорили родители? Они говорили, что вот с этой девушкой он, значит, побудет, он с ней проведет время, а потом женится на той, какую мы ему выберем. Вот. Я понимаю, что все, в принципе, люди разные, что, может быть, у вас... восточный там мужчина другой, потому что там есть все-таки разница, да, там есть разница, откуда люди там, словно, из Индии, из, допустим, Иордании, из Армении, или там, допустим, из Кавказа, из Кавказа. То есть разница есть, это как бы, ну, даже не обсуждается. Вот. Но есть вот такая история, и мне кажется, что вам, вот, ну, вам, кто вот немножко, ну, туда вот, вот, вот в эту сторону больше смотреть, как мне кажется, нужно, а не в ту сторону. То есть родители ему не запретят с вами встречаться. Вот. И все, что они могли о вас подумать, они, скорее всего, уже подумали, вот, просто потому, что вы, если я правильно, конечно, понял, да, просто потому, что вы русская, вот. Вопрос в том, что они хотят выбрать, скорее всего, жену ему сами, и этому не изменит ваше поведение, каким бы там целомудренным оно не было. Этого не изменит ничего. Если только, вероятно, вы не решите принять их веру, да, и не выбьетесь из кожи вон, чтобы доказать им, что вы достойны. Ну, ну, к примеру, да, я не знаю, опять же, это просто сейчас говорю гипотетически. Совершенно. Вот. Это один момент. Да, то есть смотрите здесь, чтобы молодой человек с вами просто не развлекался. Вот. То есть тут как бы логично, ну, логично, на мой взгляд, вопрос о том, что, ну вот хорошо. Вот у тебя родители такие строгие, да, они придерживаются таких взглядов, а почему ты, значит, вот с
со мной, там, грубо говоря, так себя ведешь. Да, то есть почему? То есть ты ценности родителей не разделяешь? Ну хорошо, тогда давай, соответственно, будем жить отдельно. Они нас не понимают, не принимают. Вот, и не примут, потому что, ну, они люди, как вы сами сказали, другой культуры, вот, и как бы принять они не способны. Вот. То есть, это как бы такая позиция, с одной стороны. С другой стороны, есть момент стыда. Что такое стыд? Ну, в вашем, именно в вашем конкретном случае, стыд – это про то, как я воспринимаю свои действия. В вашем случае стыд – это больше про то, как я отношусь к тому, что я делаю. То есть неоднократно вы, зная, что там, ну, грубо говоря, что вы не можете сдерживать, там, скажем так, ну, свои значит, зоны, да, вот, неоднократно вы, зная это, все равно, значит, все равно, как бы, ну, в эти отношения вступал. При том, что я не говорю, что вы не должны вступать в такого рода отношения, да? Я не говорю это. Я не считаю, что вы не должны. Вы можете сделать все, что угодно. Но проблема в том, что вы относитесь к этому вот так, как бы обесценивая, в какой-то степени обесценивая то, что вы делаете, и обесценивая свой выбор по большому счету. Вот. Значит, это вот непринятие своих решений, да, отсутствие ответственности за свои решения, с одной стороны. А с другой стороны, по, так сказать, ну, как бы так выразиться, по общему правилу психологии, человеку, которому стыдно, он подавляет себе гнев, то есть он подавляет себе злость. И вам, мне кажется, нужно что называется, посмотреть, да, почему я в себе этот гнев подавляю. Да, то есть, как бы, ну, что мотивирует меня этот гнев подавлять, если я, и, ну, если он действительно есть, этот гнев, конечно. Вот, потому что такой вот момент. И вот в этих, собственно, двух направлениях, вот в этих двух направлениях, вам, собственно, и нужно, мне кажется, двигаться. Вот. Именно в этих вот двух направлениях, как, ну, по моему мнению, конечно.
значит, вот такой ответ я могу вам дать с точки зрения психологии. На этом все. Я надеюсь, что вы подумаете над тем, что я сказал. Я надеюсь, что вы обязательно дадите обратную связь, чтобы начать процесс психотерапии с вами. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.